Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы пройдем не совсем инди, не совсем хоррор. Мы пройдем всего одну миссию из игры «Vampire: The Masquerade – Bloodlines». Но зато какую? Дело в том, что Даша у нас проходит сейчас эту игру, и я услышал по визгам, что она проходит это место, отобрал у нее ее клавиатуру. Хочу показать это место вам. В общем, отель Ocean. Дело в том, что нам дали задание избавиться от проблемы, потому что это здание куплено одним из наших работодателей, но там не могут проводить работы местные джамшуты, потому что в доме творится что-то нехорошее. Насколько я помню, когда я играл в эту игру лет 10 назад, это было круто. Ну, давайте смотреть. Приятный такой домик. Здесь у нас кары стоят, народ, я так понимаю. Графика может глючить, очень многие вещи, допустим, отображаются некорректно, и вот это вот разрешение, оно вообще не родное... Бляха-муха. Не родное для игры. Так, ладно, неважно. Короче говоря, из-за этого вполне возможно нас ждет достаточно много глюков. Кстати, да, играем за девушку. Провал, нам нужно найти ключ. Ключ у нас, по-моему, лежит здесь. Дураков нет, в общем, ночью тут находиться, да? Глюки типа вот такого. То есть там у нас край мира. Хорошо. Надо маленько вспомнить управление. Получен предмет, ключ от парадного входа в отель. А этот ключ нам, видимо, не нужен. Это, наверное, от туалета. Лады. А, собственно, вот и ответ на вопрос, почему прохождение этой игры на канале пока делать не стоит. Потому что, видите, вот эти вот все баги, они просто убивают игру. Кроме того, некоторые моменты здесь банально не работают. Очень мелкий текст и тому подобное. Но вот такой вот небольшой экскурс, я думаю, будет приятно вспомнить и вам, и мне, потому что это, по-моему, круто. Добро пожаловать в отель Ocean. Нормально. Значит, мы пойдем не туда. Хорошо. Там... Бляха, что такое? Там вообще прекрасно, по-моему, да? Мигает свет, катаются вещи. Ладно, мы пойдем в эту сторону. Нет, мы туда пойдем. Хорошо. Я даже не знаю, что это было, и мне плевать. Лифт. Так, что мы тут ищем? Нам... Нормально. Бляха-муха. Нормально. Вещи летают. Нам нужно найти какую-то вещь, и тогда призрак уйдет отсюда. Призрак, уходи. Дверь заколочена. Причем довольно давно, похоже. Свет прекратил мигать. Голосок сказал, он наблюдает за тобой. Прекрати. Так, нам, похоже, не сюда, да? Блин, это место просто капец какой-то. Хорошо, давайте сходим в ту сторону, на второй этаж. Подожди, что это было? На второй этаж я пока не хочу, потому что там... Какого хрена происходит? Потому что там не круто. Фоточки. Семейных пар. Какие-то там вообще бородатые есть, черно-белые. Так, лифт. Явно видал лучшие деньки. Игра, кстати, построена на движке Source. Поэтому чем-то даже напоминает Nightmare House 2, который тоже на нем построен. Да блин, не попал, урод. Хорошо, так. Бар. Тоже тупик, придется переть наверх, похоже. Короче говоря, вот такая игрушка, довольно-таки тягомотная, при этом очень интересная, посвященная вампирской тематике в определенных кругах, прямо-таки культовая. Насколько я помню, на момент прохождения я от нее был в дичайшем восторге. Да блин, что ж ты... Что за манеры... Открытие отеля. Санта-Моника празднует открытие нового отеля. Супер.
Что это было такое? Выстрел, что ли? Или... Я, наверное, просто на вещь наступил, а она как-то этот... Не знаю... Кто там ходит? Тут фонаря же, по-моему, нет. Ой, с потолком у нас что-то странное происходит, да? Ладно, неважно. Так, тихо. Там что-то за углом. Да нормально. Так. Хорошо, да. Блин, вот эти глюки, конечно. Тут у нас щиток. Блин, мне бы свет включить. Лифт не работает. Это что у нас за... Ладно, нам, видимо, не сюда. Эта дверь вообще не открывается. Так, ну я сомневаюсь, что мы ее откроем. Да, провал. Тут вроде как-то можно использовать какие-то скиллы, но я, честно говоря, не помню, как это... Как это делать. Неважно. Улыбаемся и машем. Так, я заблудился. Вон оттуда я пришел. Хорошо, туда побежала девушка, давайте мы пойдем в эту сторону. Прачечная. Подожди, где там? Что за щелчок? Не, нормально. Прачечная, и в прачечной вроде как ничего нет, да? Вообще это напоминает Слендер. Помните, там второй, по-моему, из этой серии задолбавших игр. Навряд ли открою. Блин, маникюр у меня просто, конечно, углами торчит. Что-то горло болит. Как бы не заболеть. Так. Ну, видимо, отсюда, куда девушка бежала. Давайте посмотрим. Твою мать, да что... Тихо. Зак. Ладно, нормально все. А, Вова, смотри. Хрена себе, это чем я ударил так? Интересно, у меня есть какое-нибудь вампирское зрение? Ничего не видно. Не знаю, в Обливине, конечно, вампиры помогущественнее, на мой взгляд. Так, ладно. Ад в отеле. Отрубленная детская голова найдена в прачечной отеле. Подожди. Я слышу вон там звук работающий, прачечный. Ну, хорошо, давайте сюда сходим. Что ж так неторопливо-то? То самое место, по-моему, о котором я думаю. Так, прачечная у нас была вот здесь. Что там грохочет? Япона, мать. Тихо. В наушниках такое играть, это не дай боже. Тем более в игре, вот вы представьте, играете вы, скажем, там какой-нибудь... Call of Duty, заходите на одну миссию, там дикий хоррор начинается. А вы совершенно не подготовлены к этому. Вот тут то же самое. Ключ от котельной. На этом ключе бирка котельная. Взять. Понам. Мать. Так, ключ от котельной. Котельная у нас, по-моему, вот сюда вот куда-то была, да? Я помню, подсвеченная дверь. Да что ты грохочешь-то так, елки-палки? Котельная, прям как кошмар на улице Вязов. Япона, мать, это... Уважаемый! Так, я пошел, мне пофигу. Шел.
Ой, твою мать. Вот так. Хорошо. Место просто замечательное вообще. Вот эти вот баллоны, я не знаю, зачем они в таком количестве в этом подвале. То есть понятно, что отопление, но, по-моему, хватило бы одного. Может, часто принимают. Ладно, неважно. И мы, я так понимаю, включаем свет. Супер. Аж все задрожало. Нет, вот на самом деле, так посмотреть, какой-то атомный реактор просто. Так, ну ладно. Заклепки летают. Блин. Валим, валим, валим. Валим, валим. Что ж ты тормозишь-то, елки-палки? Фу, какое гостеприимное место. Так, и чё? О чём мы там? Ну, включили свет, что дальше-то? А, лифт теперь, наверное, работает, да? Лифт у нас тут был, по-моему. Отнюдь. А, я вспомнил. Лифт у нас был вот здесь. Насколько все уютнее, да, когда... Тихо, тихо. Что это было такое? Тихо. Ну. Спец. Бабали. Ой, это было тупо. От них вообще можно увернуться как-нибудь? Нет. Понятно, не в эту сторону, да? Тихо, тихо, тихо. Чё за грохот? Так, я, пожалуй, дверь закрою, что-то мне как-то... Понятно, пусто. Закрыто. Окей. Ну, понятно, что не откроется, да? Ладно, пойдем туда. Аккуратненько. Япона мать. Ну, это она, походу, шепчет нам, да, что за нами А, все исчезло, смотри. Присматривают. Ах, да блин, от них невозможно увернуться. Лифт. Лифт нам... Я потом встаю, кто-то руки раскинул. Детская. Супер. Или это не детская? Вот ты же полетишь в меня, верно? Офигительная картинка. Да, здесь, похоже, жил ребенок. Ну что, стукнешь меня? Нет? Больше тут, похоже, ничего нет, да? Если только наверху тут. Но нет. Ой, ладно, короче. Что мы вообще тут наверху делаем? Еще одна спальня. Твою. Тихо. Ой. Промазал. Get out. Прям как терминатор. Выбирайся, говорит, отсюда. Проваливай. Ключ от номера. Знаешь... Я, по-моему, знаю, от какого номера это ключ. Это, похоже, семейная чета, которая здесь двинула кони. Я не буду отсюда убираться. У меня есть работа. Блин, что-то я застрял.
Вон она стоит. Такое ощущение, что подсказывает нам. Неважно. А, да что ж ты, твою мать, а? А, ладно, пойдем туда. Сейчас у нас, вот видите, вот эта картина тоже в лоб засветит он нам ей. Нет? Ну? Ага. Да, так, ладно, нормально. Все, я уже просто хочу выбраться отсюда. Отлично просто. Да, я уже привык, все. Меня это уже не удивляет. Номерок, такое ощущение, что выгорел просто. Или, я не знаю, сгнил там. Угу. Это я помню. Так, ну. Хорошо, бар. Что у нас в баре? Здесь мы были на первом этаже, да? Тут дверь забита с той стороны. Здесь у нас есть бухло. Разбить можно, интересно? Нет, похоже. Так, еще одна записка. Я сейчас, думаю, возьму. И вот этот вот все, весь... Все это хозяйство, короче говоря, в меня полетит, мне в лоб. Самоубийство убийцы. Убийца из отеля, возможно, устроил и пожар. Да. Никогда не понимал этих... пришибленных, по-другому не назовешь. Я вас убью, вы меня обидели. И вас, и себя, и их, и его. Дебилы. Так. Это вообще нормально, да, что мы в шкафчике для шампанского спустились на кухню. Я понял. Что ж ты грохочешь-то так? Помоги мне, говорит. Так, давайте сохранимся. Интересно, как это делается. Что-то, блин. Ну, допустим, так вот. Он идет. Так, давайте почитаем дневник. Это обугленные остатки чего-то похожего. Останки. Чего-то похожего на дневник. 5-е, 30-е. Так, 30 мая 58-го года. Только что приехали сюда, в отель Ocean House. Проводим недельный отпуск в Санта-Монике. И Эд заказал номер к открытию отеля. Это чудесное место, почти волшебное. Дети весь день купались. Ну, понятно, Лос-Анджелес, пальмы, океан, все дела. Следующий день. Первые два дня почти безупречны. Разве что Эд постоянно допытывается насчет медальона, который мне прислала мать. Похоже, он считает, что это подарок поклонника. Так скажи, что тебе его прислала мать, елки-палки. Эд обычно славный, но иногда его заносит от ревности. Надеюсь, завтра он успокоится. Следующий день. А, нет, это... А, ну да. Подожди, это 6.00... А, ну да, следующий день. Уже июнь. 1 июня. Сегодня солнечное. На небе не облачко. Эд слегка на взводе, продолжает гадать, кто этот мой новый приятель. Глупый Эд. Она такая... Хо-хо-хо, не скажу. Да, понятно, с этого обычно все и начинается, да? Нам осталось всего два дня. И слава богу, что мы наконец едем домой. Эд не разговаривает со мной детьми. И я неоднократно видел, как он стоит в ванной, уставившись на медальон в руке. Боюсь, у него срыв. Я говорила, что мы можем вернуться домой. Но он только качает головой. Даже не смотрит на меня. Я просто хочу вернуться домой. Или, может быть, сказать ему, что медальон мне подарила мать. Не знаю. Следующий день. Эд ушел рано этим утром, и с тех пор я его не видел еще час, и придется звать менеджера отеля. Эд-младший, несмотря на мои возражения, отправился поискать его в подвале. Надо будет отправить Тиффани вниз за ним, если... постойте, кто-то стучит в дверь. О боже, Эд весь в крови, идет убить меня. Заперлась в ванной. Он свихнулся, непрестанно орет, что мы... А, ну там уже без запятых ей не до того было. Она сидела, к ней ломились, она сидела и писала.
Мы будем вместе вечно, он не даст мне уйти. Кто-нибудь, пожалуйста, помо... Короче, все, запись уходит за край страницы. Отлично. Не, ну, по-моему, это... Япона, мать! Какого хрена происходит? Успокойтесь, пожалуйста, уже, ну. Офигеть, такой грохот стоит. Окей. Валим, 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 валим. Валим. Открой дверь. Вашу мать. Валим. Беги, беги. Куда бежать? Что делать? Я просто хочу... ой. Фу. Офигеть. Эдик. Эдик, ты долбанутый, по-моему. Офигеть, я что-то не обкакался просто. Ох, блин, так. Ладно. Тут дверь, похоже, открыть нельзя. Все, успокоилось вроде, да? Да, ладно, уходим отсюда. Нет, вот я просто не понимаю, ну... То есть... У него там насчет медальона за так. Насчет медальона за гонки. Интересно, как мне поставить вид обратно от первого лица? А, вот так вот. Ну ладно, я буду с пистолетом. Хорошо. Ну, мне с пистолетом даже как-то спокойнее. Я не знал, что он у меня есть. Это называется, когда не в свою игру играешь. Ладно, вентиляция. Обожаю вентиляции. Thank you. Говорит, будь осторожен. Это, похоже, та самая дама. О, шахта лифта. Прям блэкмесса какая-то. Что-то у меня такое ощущение, что я сейчас сюда спущусь, и меня как таракана просто эта штука раздает. Давайте-ка мы по бырику. Но... Ну да. Это было ожидаемо. Эдик, предсказуем. Так, хорошо. Что-то меня как-то зажало, я двинуться не могу. Это нормально? Оп, пардон. Непрофессионально. Вообще, это очень характерно, что я застрял. Игра, она всегда была какая-то довольно кривая такая. Но тем не менее, мы куда-то выбрались. И надеюсь, сейчас у нас лифт не поедет наверх, потому что потолок быть раздавленным тоже не очень круто. Так, почему ты не лезешь у меня просто вперед? Ну, я понял примерно, куда нужно двигаться. Сейчас только... Блин, почему он не ползает? Только не падай. Почему он не ползает просто по лестнице, я не знаю. И посмотрите, ну. Он не идет наверх, я наверх жму. Так, так. И теперь нам нужно вот сюда. Блин, это просто убого. Я не могу. Фу, хорошо. Давайте до самого верха поднимемся. Там, по-моему, вот эта вот полка, которая нам нужна. И по ней мы заберемся. Почему он не идет вперед? Да твою мать! Ох, что ж такое? Вот она с пистолетом не умеет ползать. Окей. Ладно. Понятно, но я не знал. Тихонько. Так, и выбрались мы. Я думал, я понял, где мы, но оказывается нет. Похоже, верхний этаж, да? Где-то играет шкатулка. Двери закрыты. Так. Окей. Душ. Душ, ничего, похоже.
Обожаю вот такие вот. Еще дверью все закрыть. Это будет идеальное место для какого-нибудь бабайки. Так, ну здесь темно, поэтому пойдем все. Нет, все, идем в другую сторону. Блин, я подумал, неба нет. В туалете кто-то вынес дверь. Интересно, кто и зачем. Но больше тут ничего нет. Вообще в плачевном состоянии все так, да? То есть, ну, ремонтировать-то особо некому. Нет дураков сюда ходить. Это как в этом, помните фильм номер 1408, что ли, с Джоном Кьюзаком? У него там сломался кондиционер. И этот негр, афроамериканец, конечно же. Ремонтирующий такой. Негр, я не буду заходить, я вам из дверей покажу. Тут типа такого примерно. Так, а мне, наверное, по этой штуке с той стороны на следующий этаж подняться, что ли. Короче, ну как-то вот так. Очень такое уютное место. Просто, блин, до мурашек по коже. Я давно уже часто вот так... Твою... да что... Только хотел сказать, что... Да что... Давай. Прям в лоб. Много разговариваю, когда страшно обычно. Здесь... Да что ж такое-то, елки-палки, ну... Добрый день. Никого. Это неудивительно. Это же все-таки отель с призраками. О, так, а я смогу тут подняться, нет? Явно нет. Ну хорошо. Значит, я был неправ. Так, интересная комната. Давайте посмотрим остальные двери еще. Какие тут есть. Допустим, вот это вот. Нет, нет. Не сохранимся по новой, потому что не хочу умирать. Блин, на самом деле видок неплохой такой. Ну, днем, наверное. И при лучших обстоятельствах. Какой-то роскошный какой-нибудь президентский отель, наверное, был. Ладно. Прыжковые упражнения. Обожаю прыжковые упражнения. Поэтому... Это нормально? Надеюсь, все выгорело, я так понимаю. Хорошо. Вроде как безопасно, да? И тут все горело. Вообще так все понарасставлено, что ощущение, что прям какой-то... Кто-то баррикадировался. О-о-о. Так, а я не умру, сейчас вниз упаду. Хотя с чего бы мне умереть от призрачного пламени? Япона, мать. Хватит перхотаки. Я валю. Мне плевать, все. Да! Твою мать! Открывай дверь! Ой! Я только что чуть не упал, по-моему, куда-то там вниз. Смотри, а тут уютно было, да? Офигенно. Прям... Там что-то лежит. Ну... Кулон. Маяк. Все отлично. И мы, похоже, разобрались с этим местом. Как тут дневник-то делается? Сейчас я буду класть кнопки. Почитаем, что произошло. Нет, это не дневник. Подожди, это дневник, наверное. Нет? Видите, как все мутно? Это просто вот именно из-за этого я не хочу делать прохождение, допустим, на эту игру. Потому что я нифига не вижу. Это просто мутота. Где-то здесь есть дневник, причем такой развернутый, не хуже, чем... Так, вы нашли дневник в подвале отеля. Согласно дневниковым записям, ревнивый муж сошел с ума и убил жену из-за медальона. Призрак мужа-убийцы хочет вечно удерживать ее здесь, рядом с ним. Она, похоже, пытается помочь вам.
Так, мы нашли кулон. Ну все, короче говоря. Нормально. Завершили мы этот квест. Давайте выбираться отсюда. Ну, надо сказать. Это было, по-моему... Подожди, еще не все, что ли? Так, мне что, сюда? Интересно, вампир умеет падать с большой высоты? А, во, смотри, теперь выход открылся. Так, все окей. Мир. Музыка играет по-прежнему тревожно, я валю отсюда. Похоже, да, упокоили мы их. То есть взяли кулон. И теперь тут станет поспокойнее, люди смогут работать. Фу, это было прикольно. Несколько раз я прям вздрогнул. Ну, конечно, временами, ну, просто глупость убивала. То есть почему она не показала медальон? Зачем? Он там уже такой, ах, ах ты так? Ну тогда я убью тебя. И детей убью такой. Блин, это было... По-моему, глупо с ее стороны. Видит, что у него муж там вообще просто какой-то в дрова. Но, тем не менее, получилось то, что получилось. Ладно, уходим из этого гостеприимного места. И давайте на этом заканчивать такой небольшой экскурс в историю. Довольно прикольная, на мой взгляд, игра. Я бы даже сказал, очень крутая. Культовая в определенных кругах. На нее куча просто переводов, разнообразных гайдов. В общем, надеюсь, вам понравилось. Это, по-моему, самый интересный квест в этой игре, на мой лично взгляд. Она, по сути, довольно кривая, и после ее разработки студия, к сожалению, закрылась, поэтому продолжение современного мы, к сожалению, не увидим. Но как бы там ни было, было приятно вернуться в эту игру. Надеюсь, вам тоже. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.